Организаторы яблочного спаса в этом году постарались сделать так, чтобы каждый нашел себе занятие по душе. Для детей проходила игровая программа, а взрослые с интересом изучали садоводческую площадку. Гостей праздника не отпугнула даже пасмурная погода, ведь за прошедшее время он зарекомендовал себя как хороший способ проведения семейного досуга под открытым небом. Когда первый раз попробовали, так это было воспринято людьми, может быть, соскучились, может быть, действительно в этом парке давно нужно было подумать о проведении именно мероприятий, связанных с природой, там, с какими-то вот такими событиями. Собрать пазл, сделать аквагрим, смастерить украшения и даже посоревноваться в конкурсе на самую длинную яблочную кожуру. Чем-то из этого запросто можно было увлечься. Гостям праздника также предложили поучаствовать в кулинарном мастер-классе по изготовлению сладостей. Дети активно пробовали себя во всем. Я готовила сладкую кукурузу, а мастер-класс понравился, потому что я люблю готовить. Мне понравилась площадка аквагрим и танцпол. Зинаида Буслаева пришла на праздник с подругами. Участие в конкурсах и мастер-классах они не принимали, а просто смотрели на то, как веселится молодежь. Атмосфера восхитительная, праздник замечательный, настроение у всех хорошее, всех видновчан с яблочным спасом, всем здоровья и счастья и полного благополучия. Завершал праздничную программу небольшой концерт, а чтобы этот день запомнился, каждый мог сфотографироваться на память в оригинальных фотозонах. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.